И всем привет, с вами я, А451. Сегодня я буду проходить игру электричку, вторая миссия. Извините, что вчера не было, вчера я занят был. Ну что, погнали! Ну, потому что скучно, нечего снимать, я решил прохождение миссии снимать. Так, так, сына на станциях... Только на посвященных станциях. Угу. Так, едем. Так. Бываем. Так. Если не ошибаюсь, это станция Синий лес. Ой. А, это вообще это. Зеленая долина. Карта. Ждем. Поехали. Поехали. А напишите в комментариях, какая ваша самая любимая карта в игре электрички. Напишите в комментариях, какая ваша самая любимая карта в игре электрички. Моя самая любимая карта – это глубинка. Возможно, мне еще будет на канале съемки игры. А сегодня я пойду на рыбалочку. На рыбалочку пойду сегодня. И, возможно, про это будет ролик. На рыбалочку. И резкое торможение. Такое резкое торможение, потому что мы добило. Ребят, давайте мне 100 подписчиков. Пожалуйста, я умоляю просто вас. 100 подписчиков. И буду... Я буду стримить. Добейте мне 100 подписчиков, чтобы у меня была возможность стримить. Добейте мне... 100 подписчиков к лету, к 1 июня, потому что летом в игре электрички выйдет новенькая карта, а и на стриме как раз буду обследовать ее. Кстати, что здесь резко повернет. Так, так, у нас первый путь занят. Так, тормозим, это мы конечная станция, если не ошибаюсь. Так, открываем ворота. Сейчас посмотрим по карте. А вот у нас вот это, ребят, сейчас покажу. У нас вот она, конечно, станция. Вот это вот. Блин, ребят. Поехали. Так. Так, едем. Опять 25, этот тупик. А вот здесь мы вот как раз ехали на том, в прошлой миссии тут ехали. Так, мы сейчас эту ирочку обгоним, она сейчас вот остановится. Так, едем. Не путь туда приводим. А, нет, нет еще. Поехали. Я думала, это уже конечная станция, это оказалось не конечная станция. Ребят,
Что-то в телевизоре себе засмотрелся и что-то в электричку не врезался. Давай, давай. Сейчас мы сделаем, чтобы она в тупик тут врезалась. Так что, пацаны, Где, пацаны, она в тупик врезается сейчас? Есть. Это прикольно, мы ее сделали так. Все, пожар. Блин. А, ну вот, конечно, ребят, станция. Бываем на этот дальний путь. Так, открываем дверцы. Давайте вот сюда сейчас прибудем. Даже кто его знает, может, конечная станция. Я еще хотела, чтобы это была конечная станция. Припаркуемся сейчас. Открываем двери. Ну, все, это конечная станция. Да, ребят, вот была конечная станция. Ладно, на этом буду заканчивать. Всем пока-пока. С вами был я, А451. Это было прохождение игры электрички. Вторая миссия. Всем пока-пока.